Всем здорово, с вами группа Dead Birds. Боря. Да, привет. А, Лёха. И мы друг другу даем послушать что-то новое или интересное. 10 мая у нас выходит трек. Называется трек будет «Тьма». Он будет в «Фа диез». Это самый низкий трек, который мы когда-либо записывали. Ниже еще не было строя на гитаре, и там очень прикольный звук. «Фа диез», «Дабл дроп». Это в брейкдауне. Да. Потому что что? Потому что мы решили, что если мы уж совсем конченые, то идти надо до конца. Обещаю, если у нас будет какой-нибудь трек в дроп-соль... Амин снова... Наш звукарь скажет, зачем? Да, зачем? Для чего? А я сделаю, типа, я вам, блин, зуб даю, сделаю дабл дроп соль. Ну, чтобы вообще не читаем было. И там даже барабанов не будет. Просто 7 минут, просто... И больше меня уволят из Dead Birds просто за такое, мне кажется. Короче, у нас сегодня на повестке дня группа Throne Knights. Трек вышел 2 недели назад. Это хорошо. Клип с треком. Чё-то новенькое. Даже комментарий. А это из EP-хи, кстати? А я не знаю. Не, ну я знаю On The Verge, у них типа тан-тан-та-та-тан, вот это вот, ну типа самое популярное, а все остальное я особо не слушаю. Наложение сразу нравится. Нет, они в этом самом, в иншоте делали. Ну что, гоу? Ну, погнали. Сразу хочу отметить ритм. Мне нравится такое. Окей. Немного из 90-х. Опять эти эпилептические клипы. Что происходит? Было ожидаемо. Ну, чисто по-бетдоновски. Да у них, по-моему, даже строение треков одинаковое. О, вот это уже интересно. Ну, как бы, знаешь, вот и ничего нового, и все одно и то же. И почти закончилось. И почти закончилось, но да, прикольно. Слушай, да он 2 минуты 4 секунды, и с учетом того, что этот трек меньше 2 минут сам по себе по музыкальным... Да, ну, как бы... Это, вот это знаешь из-за чего? Из-за стриминговых сервисов. Вот, типа, короткий трек, угу. Вот, типа, ты послушал. И он закончился, и у тебя следующий начался у них в Spotify. Да. И ты даже не понял, что это предыдущий трек закончился. А это значит то, что у тебя прослушиваемость музыкального произведения полная. Более полная, да. И алгоритмы такие, типа, о да, слушаю до конца. Запушу. И еще другим покажем. Да, еще. Да. И так пошло-поехало. К сожалению, это так. Это какая-то... Вот если Throne, вы смотрите нас, вот вы музыкальные шлюхи. Очень сильно, окей, хорошо. Вот потому что, ну... Но умные шлюхи. Ну, безусловно. Да, дебилами не назовешь, конечно. Но просто, камон. Ну, типа, трек 2 минуты, за 2 минуты случилось... Все. Вот. Вот сейчас брейкдаун будет, потом чуть-чуть вставочка быстрого, и все, и больше ничего не будет. Вот спорим. Спорим, что так оно и будет? Да я даже спорить не буду, так и будет. Давай посмотрим. Поехали. Ну, качает, конечно. Да спору нет. Ну, такое ощущение, как будто... Это вот... Даже быстрого, походу, не будет. Нет, не будет, все, последние квадраты, они закончат. Все. Ну подожди. Вот еще на что, вот смотри. Давай еще раз. Ну ритм прикольный первый, конечно. Тум-тум-тум. У них, короче, вот я понял, еще прикол в том... У них все самое интересное случается с самого начала. В самом начале, а потом уже они чисто добивают. По шаблону уже. Да. А почему он в пуховике? Ну, холодно, наверное. А здесь не в пуховике.
это в помещении. А, все понятно, молодец. И шапку надевает на улице. Может, я старый? Ну, как будто слишком много такой музыки стало. Ну, то же самое, только на открытых струнах. Знаешь, что было? Короче, они написали два трека, поняли, что они оба слишком однообразных, взяли первую половину первого трека и вторую половину второго трека. И такие... Я тоже так делаю. Ну, короче, я не впечатлен. Да, звук, визуальная составляющая хорошая. Но вот мы Кнокет. Да. Мы Кнокет посмотрели. Это как клёцки, только Кнокет. Да, их посмотрели с Поппи. Тоже ничего нового. Да, но там визуал интереснее, конечно. Здесь вообще, ну, типа, все то же самое. Знаешь, что? Это вот как история, знаешь, с чем? С да я потише себе сделал. Да, конечно. Это как история с Дилер и Альфа-Вульф. Да, да. Вот помнишь, они когда начинали параллельно вот этот стрим такого нью-метал-кора, а последующее, что у них выходило, оно было либо так же, как предыдущее, либо хуже. И все. Как будто и списались. Ну, да, это как будто одноразовый стиль такой. Потому что, честно говоря, я вот слушаю Throne, у них есть On The Verge, вот этот трек, и он прям пушка, он очень прикольный. А вот Nights вот этот, ну, вот как будто... Как будто там придумали, да, а здесь уже что-то... Я и говорю, как шаблон. Типа, они придумали шаблон, я, и стараются им следовать. Я, кстати, уверен, что если бы Knocked Loose не взяли на фит Поппи, то их трек вот этот, который был без нее, да. он бы растворился вот среди всего остального. Скорее всего, да. И как бы вот есть здесь одна проблемка такой музыки, что пипец однообразно. Да, да, ничего пипец нового. Пипец однообразно. Ничего нового. Ну, то есть, да, и по звуку уже в целом стандартно. Мне этим нравится Тин 56, потому что они хотя бы стараются сделать музыкально что-то новое. Вокалом обыгрывают как-то. Да, у них сэмплы прикольные. Такое, да. Я был в шоке от того, что у них практически все сэмплы это гитарные сэмплы. Я был уверен, что это синты. Ты знаешь, это новый стиль можно для них назвать. Знаешь, это. Беда у них нету. Не-не-не, Spotify Core. А, ну да, кстати. Spotify Core, да. Ладно, ну, сорян. Нам, мне не понравилось. Честно. Не, мне понравилось, но нового ничего я не узнал. А мне не понравилось, потому что я уже это слышал у них до этого, и как бы я не впечатлен. Да. Ну, типа ок. Сорян, вот. Но как есть. Всем рок-н-ролл. Новый трек 10 мая. Подписывайтесь на нас ВКонтакте, в Телеграме, на Ютубе. Мы прикрепим ссылку к этому видео и вот здесь внизу. Внизу, будет. Да, ссылочки в описании, короче. Сейчас, подожди, да, я как-то еще тупее покажу. Вот здесь. Вот тут. Туда. Вот туда. Здесь вот будет там ссылка. Ссылки, вот тут ниже, будет. Ниже. Вот не на видео, а ниже. Да. Ниже. И там будет ссылка на бенд-линк, чтобы вы могли сделать пресейв. Потому что не подписался на канал. Единорог. Продолжите фразу из глубоких 2000-х, пожалуйста. Ладно, все, давайте. Пока.